Гонки на ПК имеют огромную популярность среди геймеров всех возрастов. Еще бы, ведь игры этого жанра не по-детски поднимают адреналин и доставляют массу эмоций. К тому же, производители лучших гонок на ПК все время радуют нас красивой графикой и реалистичной физикой. К сожалению, далеко не у всех получается создать шедевр данного жанра игры. Поэтому для любителей драйва я собрал топ-10 лучших гонок для твоего ПК. Владельцы слабых компьютеров могут найти предыдущие серии игр из данного топа. Они не потеряли актуальность, и в них также приятно играть даже сегодня. Кстати, о слабых ПК. Напишите в комментариях системные требования слабого ПК, чтобы я смог ориентироваться на эти требования и отснять следующий топ именно для вашего железа. А если наберем хотя бы 10 лайков, то это ускорит выход следующего топа. Поэтому прожал на лайк, оформил подписку и приготовился к просмотру. А мы начинаем. Forza Motorsport 7 вас ждет расширенный автопарк автомобилей, который предлагает истинных легенд своего времени и инновационные разработки современности. Перечислять все автомобильно-строительные компании не имеет смысла, так как они все практически участвуют в этой игре. Но не стоит забывать о том, что речь идет только об именитых корпорациях. На этот раз вашему взору будет доступен парк, включающий в себя свыше 100 автомобилей различного класса. Все они будут подвергаться тюнингу спортивного направления, их можно будет закупать и перепродавать, а также улучшать. Вторым приятным моментом станет современная графика, которая значительно улучшилась по сравнению с предыдущими игровыми разработками и теперь готова удивлять своей детальностью. Симуляторы погоды, живые и реалистичные спортивные треки для гонок и практически реально воссозданные модели автомобилей. Не стоит забывать и о том, что Forza Motors 7 это симулятор гоночного приключения. Следовательно, разработчики значительно улучшили симуляцию поведения и управления автомобилем. Кстати, именно этот элемент разработки проводился с учетом мнений и рекомендаций игрового сообщества. Fallout 4 Total Insanity – продление серии знаменитой гоночной аркады, где игрок может творить абсолютно все. Тотальное безумство настолько сурово, что теперь нет ничего удивительного в том, чтобы стрелять водителем авто из лобового стекла ради забавы и установления нового рекорда дальности полета. Игроделы выбросили на игровой рынок новую, совершенно улетную в прямом переносном смысле порцию автомобильного безумства. Аркадные гонки серии возвращаются к истокам. Теперь рвануть динамичные заезды не только на стандартных гоночных авто, но и на грузовиках, маслкарах или вообще на мобильном фургоне мороженника. Сделайте карьеру гонщика, попробуйте силы в сетевых заездах или просто катайтесь в свое удовольствие, наслаждаясь великолепной прорисовкой игрового мира. Превосходный геймплей представляет собой настоящий сборник развлечений, в котором всегда отыщется что-нибудь увлекательное и для вас. Забудьте о правилах. Wreckfest – это полный контакт и никакой пощады. Эпические столкновения, нешуточная борьба до самого финиша и миллион способов гнуть и корежить металл. Вот что ждет вас в Wreckfest – новой гоночной игре со сверхреалистичной симуляцией физики от легендарного разработчика Bugbear, кстати, подарившему игровому миру Fallout 1 и 2. Жгите резину и рвите металл, игра начинается. Wreckfest предлагает множество вариантов улучшений и персонализации. Может быть, вы готовы из гонки на выживание? Тогда лучше ставить усиленный бампер, каркас безопасности, боковую защиту, ну и так еще кое-что по мелочи. Решили поучаствовать в гонке на ведрах? Тогда улучшайте мотор, ставьте новые фильтры, распредвал, топливную систему и так далее. Боевых гонок лучше, чем в Wreckfest, вам не найти. Пронеситесь по трассам над полным жизнью тропическим островом в Trackmania 2 Lagoon. Вас ждет эксклюзивная одиночная кампания, в которую входит 65 уникальных трасс, медали и рост в глобальном и региональном рейтинге, потрясающий мультиплеер и открытый мир пользовательского контента, создание которого стало возможным благодаря улучшенной системе Mania Plan, открывшей новые возможности для творчества. Это увлекательная и простая в освоении игра с потрясающей графикой, в которую можно начать играть прямо сейчас. Слушай, я вот тут тебе рассказываю обо всех этих гонках, но, к большому сожалению, все эти игры платные, а некоторые из них стоят даже больше 1000 рублей, что, на мой взгляд, слишком дохера. Но, благо то, что на gamerskate.ru ты сможешь найти их почти с 50% скидкой. Не, я серьезно. Переходишь по ссылке в описании, вбиваешь в поиск интересующий тебя продукт и вуаля, как я и говорил, почти 50%. А если денег не хватит, то узнаешь, где их взять из видео, которое найдешь, нажав на подсказку.
А возвращение легендарной гонки по бездорожью. Вы получите ни с чем не сравнимые ощущения, когда будете решать, как выбраться из очередной передряги. Ралли, ралли-кросс, дрифт, поездки на баги и трассы на холмах, разбросанные по всему свету и по всем континентам, бросают вам вызов. Подскажите, кто король дороги? Дайте отпор враждебным условиям окружающей среды, увеличивая скорость, накапливая адреналин. Все ваши рефлексы обостряются. За рулем легендарных внедорожников в каждой категории вы откроете для себя самые сложные маршруты в экстраординарной обстановке. Более 50 автомобилей, как самые известные в ралли-среде, так и модели для экстремального вождения. И все это теперь в вашем распоряжении. Гоняйте, коллекционируйте, улучшайте, персонализируйте, а в общем на весь вкус и цвет. Встречайте не новую серию симулятора одной из элитнейших гонок мира, представляющей новейшие разработки и технические достижения автомобильной индустрии. Профессиональные гонщики способны выжать из дорогостоящих болидов все, на что те способны. Причем сделать это, несясь на скорости почти 400 км в час. Охренеть! Хотите почувствовать в знаковых заездах и сделать карьеру в гоночном спорте? Тогда вливайтесь в команду, честь которой вам хотелось бы отстаивать, и выходите на старт Формулы-1. Фанаты жанра могут насладиться игрой, которая претендует на звание иконы в мире гонок. Перед вами огромный выбор трасс, более 50 уникальных локаций и более 200 треков. Гравий, трасса, снег, грязь – все это удивительным образом сочетается со сменой погоды и времени суток, а также заставит вас каждый раз получать новые ощущения от игры. На выбор представлено 8 различных дисциплин, среди которых ралли-кросс. Игра содержит более 200 моделей авто, включая концепты, которые так и не сошли с конвейера. Добро пожаловать в Motor Nation, огромную, разнообразную и динамичную площадку для моторных состязаний. Просторы США открыты перед вами, никаких границ. Стритрейсеры и профессиональные гонщики, исследователи бездорожья и поклонники фристайла собираются со всех штатов. От одного побережья до другого, чтобы помериться силой в самых разнообразных дисциплинах. Более того, в игре появились самолеты и катера, так что теперь у вас будет возможность с ветерком пролетать по волнам Амазонки или получить драйв от прохождения на бреющем полете над скрытыми облаками вершинами скалистых гор. Спешите присоединиться к приглянувшейся группе гонщиков и вперед! Жмите на газ и делитесь лучшими моментами со всем миром. Dirt – это лучшие гонки для ПК по бездорожью. В четвертой серии игрока ожидает возможность как простого развлекательного геймплея, так и серьезного подхода с вживанием в роль гонщика. Игра славится своим геймплеем, физикой движка, динамичностью и разнообразием контента. Игра однозначно понравится большинству любителей гоночных аркад. Присутствует возможность тонкой настройки управления автомобилем, его поведения и широких возможностей модификации. Присутствует мультиплеер, в котором теперь игроки ПК могут соперничать с консольщиками. В качестве элемента разнообразия есть и генератор трасс. Создавайте своего гонщика с нуля и выставляйте его на состязания в разнообразных гоночных дисциплинах. Привлекайте внимание, вызывайте интерес, чтобы найти спонсоров и сформировать собственную команду. Electronic Arts продолжает удивлять своими новинками. Каждая новая серия игры Need for Speed восхищает поразительной графикой и геймплеем, а в случае с Payback это совершенно новый уровень. В этот раз разработчики использовали новый усовершенствованный движок Frostbite 3, благодаря которому графика стала еще более реалистичной. В игре вас ждет огромный выбор авто, от стоковых до суперкаров. Вы можете настраивать машины с исключительной точностью в каждом из пяти классов: гоночный, дрифт, внедорожный, трек и рунер. Играйте за трех персонажей, объединенных одной целью, естественно, местью. Тайлер, Мак и Джесс объединяют усилия, чтобы уравнять шансы, несмотря ни на что, и принять участие в главной гонке, которая позволит разрушить им картель под названием Дом. Сражайтесь на дорогах с полицейскими, состязайтесь с соперниками в городе, устраивайте гонки на асфальте, бездорожье, в горах, каньонах и пустынях. На этом вроде как все, братва. Спасибо большое за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и самое главное, пишите свои интересные комменты, на которые я обязательно отвечу.